Здравствуйте, сегодня я вам расскажу про свою очередную посылочку из магазина «Мыло Опт». Заказала вот такие формочки заранее на 8 марта в форме восьмерки с цветами. И формочка «Новогодний шарик с елочкой». Будет очень интересно. Дальше идет у меня, уже второй раз беру маска для волос, Hair Mask Base, накладная, изопропиловый спирт для духов, молочная кислота, бензилбензоат, дальше жидкая основа для шампуня Франция, водопровод делать и жидкий шампунь с кетоконазолом, масло прополиса, которое также изготовляет Франция, и взяла его попробовать в лечебных целях. Он еще можно употреблять внутрь, это масло. Бензилбензоат, это вторая бутылочка. Это пустые баночки для шампуня, 60 миллилитров. Это я взяла для изготовления бальзама для волос. Форма. Это тоже для шампуня брала. Соль Мертвого моря с медом и прополисом. Очень ароматно пахнет. Взяла для купания ребенку и для изготовления мыла медового. Как ингредиент. Пластиковая баночка для духов с дозатором. Дальше кетоконазол сухой, который добавляется в шампуни жидкие и сухие. Только его надо разводить молочной кислотой. Дальше второй пакетик соли с медом и прополисом. Гликолевый экстракт каштана, антигрибковое действие имеет. Тоже хочу добавлять в шампунь от перхоти с кетоконазолом и сюда еще этот экстракт добавить. Дальше. Парфюмная отдушка Versace Yellow Diamond. Для духов взяла попробовать. Еще одна такая же бутылочка. Основа для шампуня. Французская. Тут у меня две. Да, у меня две штучки их. Хочу себе попробовать и на заказ. Дальше. Парфюмная отдушка. Так, плохо видно. Royal Amber Miracle. И еще одна отдушка Волт Кензо. Так, дальше. Все.
Моя посылочка распакована. Всем спасибо за внимание. Рекомендую магазин Мыло Опт. Очень хорошие цены, скидки и скидки за распаковку продукции из Мыло Опт. Пока-пока.